Еще одна приятная новость – летняя погода вернется в подмосковный регион к этой субботе. Такую информацию дает агентство РИАМА. Столбики термометра поднимутся до плюс 27. Будет не просто тепло, а даже жарко. Так что ближайшие выходные можно планировать активные. Днем от 22 до 27 градусов тепла, ночью от плюс 7 до 12. Такими, по прогнозам синоптиков, должны быть ближайшие выходные. Ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что, однако, погода будет неоднозначной. Все остальные дни до пятницы ожидается влияние циклона. Температура воздуха повысится за счет облачности. Отметим, в четверг и пятницу в ночные часы прогнозируют понижение температуры от плюс 4 до плюс 9 градусов. Также специалисты отметили, что к выходным ожидается повышение атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.